Доброе утро. Совсем скоро 1 сентября. Казалось бы, я только недавно закончил школу. А на самом деле прошло уже больше 10 лет, и за это время в окружающем мире, как и в моей жизни, многое поменялось. А вот школьная программа изменений не претерпела. Интересно, а есть ли такие предметы, от которых нужно избавляться, как от ненужных? И, может быть, нужно ввести новые прогрессивные дисциплины? Давайте спросим об этом у югорчан. Я думаю, что какой-то культуре поведения, скорее всего. А, допустим, как общаться, ну, друг с другом, мальчик с девочкой, этому стоит, как считаете, учить в школе? И этому стоит, конечно, обязательно. Я и говорю, что в общем понимании культура поведения. А вот скажите, какой вообще на сегодняшний день у вас перечень предметов в школе? Что вы проходите? Русский, математика, литература, физика, алгебра, геометрия, история России, история древнего мира. Так, что еще? Технология, искусство, обществознание. Больше не помню. Я считаю, что нужно не убрать и сделать некоторые предметы на выбор, чтобы эти предметы могли выбрать те, кому они интересны и нужны в будущем. Например, изобразительное искусство, музыка, мировая художественная культура. Я считаю, что эти предметы пригодятся не всем. Про религию недавно предмет ввели у пятиклашек. Он несущественный, мне кажется. А добавить, думаю, этику. А чем бы занимались на этике, что бы изучали? Они поведение, как себя правильно вести, культуру. Религиозные учения надо убрать. И давай, и Punks Not Dead. По изучению края родного, краеведения. То есть его не хватает? Да. Ну да, лучше бы там устроить это, чтобы знали о Ханты Манте. Я сам Манте, ничего почти не знаем, папа рассказывал. Только про богов и все. Как видите, мнения югорчан разделились. Кто-то считает современную школьную программу идеальной, а некоторые с радостью выбросили бы старые предметы и добавили новых. Лично я считаю, что школьников было бы полезно учить этикету, то есть правильному общению с лицами противоположного пола и нахождению в обществе. А оператор Лев Рыжков считает, что нужно учить молодежь правильно обращаться с деньгами. Поэтому мы очень надеемся, что все наши пожелания будут учтены. Хорошего вам дня и доброго утра!